Внимание! Пожарная тревога. Сработала охранно-пожарная сигнализация. Такая учебная тревога стала частью проверки в казанском торговом центре «Горький парк». Сюда сегодня пришли инспекторы Госпожнадзора и прокуратуры. Мы будем смотреть полностью соответствие нормам пожарной безопасности. Сегодня проверили, в каком состоянии находится система пожаротушения, эвакуационные выходы и какие знаки и сигналы оповещения есть для посетителей. В принципе, здесь система автоматизирована, система диспетчеризирована. Все двери оборудованы автоматическими системами открывания при сработке при пожаре. Есть системы дымоудаления, в том числе и клапана, и всевозможные проверки мы уже прошли на этапе ввода здания в эксплуатацию. Как сообщили ранее, нареканий на этот торговый центр не поступало. Отметим, что он открылся в конце 2016 года. Здесь разместились полсотни магазинов и несколько кафе. Посетители по-разному оценивают свою безопасность здесь. Страшновато, конечно. Чего бояться? Умирать здорово жалко. Не боимся, так как это не факт, что может случиться. Последние несколько лет в Татарстане практически ежегодно случались пожары в местах массового пребывания людей. В 2011 году сгорел казанский бар «Лепрекон». 4 человека погибли, 5 пострадали. Тогда, по словам свидетелей, в заведении нарушались правила противопожарной безопасности. Более 40 животных зоопарка погибли в огне универмага города Чистополь в конце 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Многие торговые центры, которые уже не первый год работают на территории Республики Татарстан, куда наши специалисты, наши сотрудники выходили, безусловно, они все наши требования знают и стараются данные требования соблюдать. Итоги сегодняшней проверки в торговом центре подведут позже. Всего же в республике с такими инспекциями намерены обойти полсотни крупных торговых центров. На это уйдет около месяца. Отметим все те точки, в которых случались крупные пожары, это объекты с большим числом арендаторов. При этом ответственность за безопасность на владельцах здания. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.